Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я бы хотела вам дать, ну, наверное, идею подарка для мужчины. На самом деле, во влоге, в котором я говорила, что для меня подарок мужу — это самый такой, не знаю, сложный, наверное, подарок. Многие девушки мне написали, что у них та же самая история, и они так же, как я, чаще всего, конечно же, дарят парфюм. И в сегодняшнем видео я бы хотела вам порекомендовать несколько парфюмов и халат в качестве подарка для мужчины. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Но прежде чем начать, я бы хотела бы вам порекомендовать один кэшбэк-сервис Smart Sale. Если вы совершаете покупки через интернет, то, конечно, кэшбэк-сервисом я очень рекомендую пользоваться. И Smart Sale я хочу вам порекомендовать тем, что, во-первых, можно скачать мобильное приложение, что, конечно же, очень удобно. Также в Smart Sale есть более 1100 любимых магазинов, что является, конечно же, плюсом. Также Smart Sale предоставляет выгодные комиссии до 50%. И один из важных плюсов — это то, что в Smart Sale осуществляется круглосуточная поддержка, которая всегда вам поможет с заказом. Для меня это, конечно же, является огромным-огромным плюсом, так как в основном я делаю заказы как раз-таки именно вечером. И внизу в инфобоксе я оставлю вам ссылку на регистрацию в этом кэшбэк-сервисе. Так что удачных вам покупок! Ну и давайте уже перейдем непосредственно к теме. Начну я, конечно же, с халата. Халат этот мужу я заказывала где-то примерно 3 уже года тому назад. То есть я ему дарила на Новый год. И это было... То есть в этот Новый год уже будет 3 года, как носит он этот халат. И он ему очень-очень-очень сильно нравится. К сожалению, он у меня не захотел позировать, поэтому я вам покажу его на вешалке. И вот я повесила на вешалочку халат моего мужа, так как я уже сказала, он отказывается у меня позировать. Вот так вот он выглядит издалека. Как вы видите, он в очень хорошем состоянии, и этому халату в этот Новый год будет уже 3 года. Значит, состав у него — это бамбук. 100%. Сделан он, как вы видите, такой вафельный халатик из бамбука. Вот эта отделка из хлопка идет, и он просто потрясающий. Здесь еще, ну, естественно, идет пояс, который можно завязывать. И, кстати, пояс, вот видите, две регулировки. То есть можно повыше, можно пониже. В зависимости, ну, я так понимаю, от роста. Вот такой вот потрясающий халат, который мой муж носит просто с огромнейшим удовольствием. Он очень-очень мягкий. Он до сих пор вот такой мягенький, как и был. Он не выцвел, не выстирался, ничего. У меня просто сейчас такое освещение. Наверху лампочка и сбоку лампа. Поэтому, может быть, немножко здесь я вижу темнее выглядит, здесь посветлее. Но вот в реальности он вообще никак не выцвел, ничего с ним не произошло, он никак не деформировался, он очень такой тоненький, при этом он не просвечивает, то есть нижнее белье не будет просвечиваться, если там одевает на нижнее белье, да. И он его одевает, у меня муж, и после душа, и просто одевает там с утра, допустим, или там вечером, когда идет. В нем не жарко, не холодно. Но он, конечно, если у вас муж там или ваш мужчина совсем-совсем мерзнет, то он, конечно, вот сейчас вот камера точно передает, видите, я так встала, попадает правильно освещение. И вот он такой темно-синий, очень качественно сделан, очень хороший, но получается единственный минус в том, что я теперь не могу там, допустим, каждые 2 или 3 года дарить мужу халат, потому что вот 3-й год он его носит. И, кстати, в Турции есть подобные халаты, тоже вот такие вафельные, но они сделаны из хлопка, и они не такие мягенькие, как этот халат. Этот халатик просто, он мягчайший, очень приятный к телу. Я, кстати, тоже его иногда накидываю на себя. Но мне он, конечно же, большой и по длине, и по
и по размеру, но все равно он очень приятный, то есть я вам очень сильно рекомендую. Я его приобретала что-то в районе 5000, он стоил, может быть, даже 5 с хвостиком. Я сейчас посмотрела на сайте, где я покупала. Сайт называется «Два халата». Я ссылку на него оставлю вам внизу в инфобоксе. И вы можете... То есть именно вот такого плана нету халатиков, но есть другие халаты. То есть вот просто я к тому, что качество очень-очень хорошее, и я думаю, что вы своему мужчине сможете, если вас интересует такой подарок, там купить замечательный халат, которым будет он очень-очень сильно доволен. Так что я рекомендую. Как я уже сказала, ссылку на этот халат я вам точнее, не на этот халат, а на интернет-магазин, где я заказываю этот халат, я вам оставлю внизу в инфобоксе. И это я сразу могу сказать, что это не реклама, потому что на тот момент, когда я приобретала мужу этот халат, у меня не было YouTube-канала своего, и я даже еще пока не думала о том, чтобы его открыть. Так что это уж 100% не реклама. И, кстати, в этом интернет-магазине есть не только мужские халаты, но и женские, так что, девочки, присмотритесь, возможно, сами себе сделаете подарок. Просто я к тому, что я там заказала, правда, всего один халат, и он по качеству меня не разочаровал вообще нисколечки. Ну и давайте перейдем уже к парфюмерии. Я хочу вам рассказать о тех парфюмах, которые очень сильно нравятся мне и моему мужу, ну, в особенности, наверное, мне. И первый парфюм, который я вам хочу показать, это парфюм-любимчик моего мужа. И я говорю о Chanel Allure Homme Sport. У меня версия Extreme, вот в такой серой упаковочке. На самом деле, это у меня бадья в 150 мл. И я практически всегда покупаю мужу именно большую версию, потому что он очень сильно любит этот аромат и пользуется уже, не знаю, вот если не соврать, лет 5 это точно. И я вам хочу зачитать ноты этого парфюма. Значит, верхние ноты у нас шалфей, мандарин, мята, кипарис. Средняя нота – перец. Базовые ноты – мускус, сандал, белый кедр и бобы тонко. А, вообще, я читала отзывы на этот парфюм, и очень многие говорят, что это зимний аромат. Я бы так не сказала, мой муж пользовался им и летом, и он не душит вообще. То есть это такой вот для меня лично вариант... мужчины в костюме, я не знаю, такого именно мужественного человека, при этом он, именно такого мужественного мужчины, при этом он имеет такую, не знаю, немножечко такую свежинку какую-то, очень-очень приятную, он даже слегка немножечко какой-то сладковатый, что ли, не знаю, но вот он очень-очень приятный, он ненавязчивый. У него шлейф на самом деле есть, но очень-очень небольшой. И вот если вы с утра нанесли его, то в первую половину дня, да, будет небольшой такой ненавязчивый шлейф, к вечеру он исчезнет. Вообще он на самом деле не сильно стойкий, то есть вечером есть, остается аромат. Вот, например, аромат там у мужа на рубашке, он остается, но это вот надо прям близко-близко подойти, чтобы его почувствовать. Поэтому по стойкости неплохой, он не душит, и он на самом деле достаточно такой комплементарный аромат. То есть женщины замечают этот аромат. Я сама его замечаю на других мужчинах, но я могу сказать, что вообще вот эти шанелевские аллюры, они лично мне уже поднадоели. Они много у кого есть, я много у кого их замечаю. И то есть различные вариации, да, вот этого именно линейки Sport, также вот этот Blue de Chanel, они много где есть, но вот из всех вот, скажем так, линеек, да, или фланкеров, как правильно назвать, вот это для меня самый приятный, и, конечно же, ну, я рекомендую его попробовать, он ненавязчивый, то есть если вы вот, допустим, из холода садитесь там в машину, машина, да, вот этот теплый воздух на вас греет, он не будет душить, летом он не душит, он вообще в принципе не душит, достаточно приятный аромат, то есть я советую к нему присмотреться и попробовать этот аромат. Следующий аромат, который я вам хочу показать, является новинкой для моего мужа. И я на самом деле была очень сильно удивлена, что он ему понравился. Мой муж вообще не любит очень такие, знаете, резкие ароматы, которые, особенности из холодной погоды, допустим, в теплое помещение, они, знаете, есть такие ароматы, которые очень сильно бьют в нос. Вот он такие у меня не любит.
И тут недавно я, гуляя по Ревгошу, увидела скидку на вот этот аромат. Это у нас Терри Мюглер. Мюглер так назвала девушка-консультант. Хотя на Ютубе я слышала, что Мюглер говорят. Я не знаю, как правильно. Если вы знаете, обязательно напишите мне в комментариях, куда правильно ставить ударение. Но вот девушка-консультант называл его Мюглер. Вот, и это у нас аромат Pure Malt, по-моему, так называется. Девочки, я извиняюсь за свое произношение. Этот аромат был со скидкой, и он стоил что-то в районе 4000 за 100 миллилитров. И он очень сильно нравился вообще мне, я его тестила не первый раз, и я решила, ну была не была, куплю своему мужу. Тем более у него вот этот Allure Sport, он практически уже закончился. Думаю, ну куплю, пусть попробует. Не понравится, у меня сын подрастает. Думаю, достанется ему, если что. И вы знаете, он ему очень-очень сильно понравился. Он действительно очень вкусный аромат. И я вам сейчас зачитаю пирамидку. Значит, относится он к группе ароматов восточно-древесные. Верхние ноты — это бергамот, жасмин, лаванда, мята, зеленые ноты. Ноты сердца — карамель, кориандр, кофе, ландыш, молоко, бензион. Наверное, так правильно. Базовые ноты — ваниль, виски, мускус, пачули, древесина. Но вот я не скажу, что я прямо ощущаю здесь какой-то алкоголь. Вот честно, честно признаюсь, такого здесь нет. Я бы даже сказала, что здесь, не знаете, не вот не спиртяга такая, да, а какой-то даже, наверное, ликер с какими-то специями. Вот специи для меня точно есть. Я не знаю, что это дает, но такие вот прям он очень вкусный, обволакивающий. Кто-то, кстати, говорил, что это летний аромат, но я бы так не сказала. Это, скорее всего, зимний такой. Но он не душит. Он не вот вы его на себя наносите, да, и он такой мягкий, обволакивающий, очень такой вкусный, я не знаю, терпкий. И при этом вот даже, мне кажется, какой-то вот есть ликер такой с какими-то фруктиками, очень такой мужской, прям вот мужчина, вот прям мужчина с большой буквы. Очень приятный аромат. Я советую присмотреться, хотя от этого бренда аромат уже достаточно избитый. Мне кажется, много их уже кто купил, много кто о них уже рассказывал. Но вот именно к этому аромату я очень сильно рекомендую присмотреться. Мне кажется, что виски дают вот такую, ну как бы мужественность, что ли. Но не при этом не чувствуется именно запах алкоголя. То есть вот этого спирта нету совершенно. Есть что-то такое, не знаю, сладковато-фруктовое слегка, и при этом все в такой в специях, такой мужественный прямо аромат, очень-очень вкусный, моему мужу очень сильно понравился. И я могу сказать, что это очень стойкий аромат, потому что мой муж вот с утра здесь гардеробный, он его на себя наносит, и полдня здесь еще, у меня в гардеробной еще стоит этот аромат. Он вечером приходит, и от него также пахнет, как и с утра, хотя он не обновляет в течение дня парфюм, но пахнет очень приятно, при этом ненавязчивый, есть шлейф, он неудушливый, но для меня это в такую более прохладную погоду, возможно, именно зимой, может быть, даже в морозы, не знаю, но вот сейчас, когда у нас там 0, минус 1, плюс 2, какая-то такая погода. Он очень вкусный и на самом деле вот такой, ну, для меня не избитый. Если Allure, вообще Шанель, да, вот все версии вот этого Allure я много где ощущала. Даже в торговом центре бывает, заходишь в лифт, и я стою, чувствую, ну, Шанель. То есть я уже даже узнаю. То этот я, ну, на ком не видела. И следующие два аромата, о которых я вам хочу рассказать, это ароматы, один из них был у моего мужа, второго не было, но я его тестила, и меня на самом деле от покупки второго аромата останавливает только цена. Первый аромат, о котором я вам хочу рассказать, он был у моего мужа летом, это Tom Ford Vetiver. На самом деле это аромат очень вкусный, очень приятный. Он, я бы не сказала, что он летний, то есть в жару 30 градусов он немного поддушивает, но в такую, знаете, там
15-20-25 градусов. То есть это такой весенний-осенний аромат. Очень вкусный, очень свежий, очень приятный. Он лично для меня ассоциируется с мужчиной в белой рубашке. Не знаю, может быть, потому что мой муж его наносил именно тогда, когда одевал белую рубашку. Я не знаю, но для меня вот ассоциации мужчины в костюме, в белом рубашке, такого на хорошей машине, не знаю, очень такой... Очень приятный аромат. Я очень рекомендую вам его попробовать. И сейчас я вам зачитаю пирамиду. Значит, верхние ноты – цитрусы, нота сердца – специи, ноты базы – египетский ветривер и древесные ноты. Я могу сказать, что под названием ветривера есть, по-моему, у марки Guerlain еще подобный аромат. Но там вот такой он, знаете, как бы мужчины в возрасте, совсем в возрасте. А здесь... Для мужчины, не знаю, мне кажется, любого возраста, он свежий, этот аромат. Он такой манящий, приятный. И этот аромат, который вот, ну не знаю, заставит обернуться. Я на самом деле первый раз услышала этот аромат, когда отводила своего ребенка в садик. И там заходил мужчина, приводил тоже своего ребенка. Он прошел, я просто повернула голову, потому что очень вкусный аромат, вот эти цитрусовые, немножечко каких-то даже специй, немножечко зелености такой, если можно так выразиться, очень вкусный, очень приятный. Я рекомендую попробовать его аромат, потестить. Продается он, кстати, в Рив Гоше тоже. Но, по крайней мере, я всегда в Рив Гоше вижу его в наличии, и я думаю, что на весну он обязательно появится у моего мужа. И следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать, этот аромат, который стоит 14 с лишним тысяч. По крайней мере, так он стоит в Рив Гоше. Не знаю, возможно, где-то можно найти подешевле, но я знаю, что на Том Форд не бывает никаких распродаж. И это тоже, как вы уже поняли, аромат от Том Форд. И называется он Outwood. Наверное, я правильно назову. Я вам ставлю сейчас картинку. И зачитаю вам его ноты. Уд, розовое дерево, кардамон, китайский перец, сандал, ветивер, бобы тонко, ваниль, амбра. Это просто нереальный аромат. Девочки, это такой вкусный аромат. Он просто потрясающий. И он даже не то чтобы стойкий, он мега стойкий. Я его нанесла на блоттер в Рив Гоше, принесла мужу. Он, значит, попробовал, да, он ему понравился, действительно, очень вкусный аромат, такой со специями, такой манящий, знаете, такой вот прямо обволакивающий, теплый, вот на зиму, на холода, вообще идеальный вариант. И вот этот блоттер лежал у меня около кровати, и от него исходил аромат еще неделю на блоттере, просто лежащим на тумбочке, исходил аромат этот. Очень приятный. Он, конечно, со временем становился все менее-менее таким ярким, но при этом все равно очень вкусный. Тоже аромат такой... Ну, его просто нужно попробовать. Я даже не знаю, как его описать, но это настолько дорогой, настолько манящий, вкусный аромат, что вот просто, знаете, такой аромат, когда вот его ощущаешь, мне кажется, просто хочется подойти и потрогать этого мужчину, потому что он очень вкусный, он очень манящий, теплый. Я не знаю, я очень хочу, чтобы от моего мужа пахло именно так, и я думаю, что... Все-таки я его приобрету, потому что аромат действительно, я очень рекомендую вам его потестить. Но, конечно, цена его очень кусучая, но я думаю, что он стоит того, потому что он стойкий. Мне кажется, можно в понедельник брызнуться, и до пятницы он будет держаться на одежде, это точно. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Если у вас есть идеи подарков на Новый год для мужчин, обязательно напишите мне внизу в комментариях. Мне было бы действительно очень приятно, потому что я на данный момент, ну, кроме как вот ароматов от Том Форд, я ничего, честно, не придумала. И просто это, я не знаю, какой-то кошмар, ничего не могу придумать. Так что, если у вас есть идеи, обязательно поделитесь с ними. А также напишите, пожалуйста, какие ароматы ваших мужчин вам нравятся и нравятся вашим мужчинам. Может быть, есть какие-то интересные ароматы, я с удовольствием потестировала бы. И, возможно, даже нашла бы какие-то хотелки для моего мужа. То есть он сам у меня обычно, на самом деле, не очень любит, когда у него очень много ароматов. Но я люблю, когда
мой муж вкусно пахнет. Я думаю, это нравится каждой женщине. Так что обязательно напишите мне внизу в комментариях. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую и до новых встреч!